Со сцены звучат звуки марша и военные песни. Актеры театра «Наш дом» разыгрывают сцены боевых действий. В Химках ветеранов поздравили с наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Спасателей, полицейских и военнослужащих от имени главы городского округа поздравил его первый заместитель Дмитрий Кайгородов. Сегодня мы находимся здесь, люди находятся на своих боевых постах, мы о них помним, мы о них знаем. Особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Слова благодарности и признания звучали в течение всего вечера. Депутаты и представители администрации спустились в зал, чтобы отметить медалями тех, кто защищал страну в военные годы. Ветерану Великой Отечественной войны Анохину Виктору Михайловичу. На сегодняшний день в Химках проживает более 1500 ветеранов Великой Отечественной войны.